Хочу обратить ваше внимание на еще один магазин в море моделизма. Порт, в котором может пополнить запасы брат-комрад-моделист. Один из больших плюсов магазина «Русский масштаб» – огромное разнообразие всевозможных допов для сборных моделей, представленных знаменитыми производителями. Само собой, широкий ассортимент моделей от ведущих производителей, среди которых много новинок, а также модельная химия и многое другое. Ну и не могут не порадовать цены, одни из самых низких среди магазинов сборных моделей. На сайте магазина есть форум моделистов, где всегда рады ответить на ваши вопросы и обменяться опытом. «Русский масштаб» создан моделистом для моделистов. Ссылка на магазин в описании к видео. Здорово, комрады! Продолжаем постройку диорамы в поисках воды. В этом видео решаем проблемы с потертостями. В прошлом видео я освещал эти проблемы. Получились в некоторых местах слишком большие сколы, краски. В частности, вот на вот этом ящике были большие сколы. Ну, все, как вы видите, я задул все тем же цветом, немецким песчаным. В прошлом видео я уже упоминал о нем. Не поленюсь, покажу вам еще раз. RAL 8020 Brown, коричневый, который использовался в африканском корпусе. Ну и сейчас я собираюсь дать подсохнуть броневичку и пройтись, как посоветовали комрады, зубной щеткой по граням аккуратненько и сформировать некоторые царапины еще по бортам. И на коробках, на обвесах вот этих по бортам корпуса. Ну и затем посмотрим, что получится. И продолжим покраску. Думаю, начну уже окрашивать колеса и пушку. Так что не переключайтесь, посмотрим, что выйдет. Ну вот, комрады, пофиксил я проблему с большими сколами, потертостями. Сейчас броневичок выглядит в принципе как я хочу. Вы в комментариях напишите, конечно, кому как. На данном этапе мне лично все нравится и устраивает пока. Единственное, я хочу сформировать еще царапины. Сейчас модельным ножом немножко подшкрябаю где-то вот. Здесь какие-то царапины сделаю. Ну, здесь вот в нижних местах. Сейчас покажу, чего я хотел добиться, в принципе, и чего я добился. Опять же, посмотрим на фотографию, рисунок из моего каталога. Сейчас я пока подвину. Глянем. В принципе, потертости удались. Более или менее. Ну, я считаю, что нормально удалось пока все на данном этапе. Но вот еще есть желание сформировать царапины. Вот такие вот, как вот на ящиках, типа того. Попробовать. Такие вдоль корпуса. Так что вот сейчас сравним. В принципе, увидим, что получилось. В принципе, похоже на то, что мы увидели в каталоге. Пока я доволен. Ну, мотоцикл немножко тоже пошарпал. Потер орудие тоже, вон, как вы видите. Сверху не очень хорошо видно, но вон видно, что до немецкого серого протер. Останется сейчас уже такие ювелирные работы, уже кистью будем красить. Ну, это будет после того, как я царапины еще сделаю. Так что не переключайтесь, посмотрим, что у нас получится. Ну, в правом верхнем углу вы видели процесс, как я делал это все зубной щеткой. В принципе, прошло все более или менее успешно. Ну, еще добавлю, что
помощью White Spirit это все делал, только кто будет делать, вы слишком обильно как бы White Spirit не наносите, потому что можно содрать в принципе до корпуса. То есть White Spirit он возьмет и слой лака, и второй слой краски, он все грунт пробьет, так что очень аккуратно с этим делом. В некоторых местах вы не видите, просто у меня получились такие скольчики, но я выйду из этого положения, это потому что мы будем добавлять еще такие сколы до металла, поэтому я где-то подмажу. Ну, не переключайтесь, посмотрим, что будет дальше. Советую вам не перегнуть с царапинами, наносить их осторожно, сильно не давите. Я формировал царапины модельным ножом, как вы видите. Вот он. Еще один нюансик, у меня такой затупленный кончик на ноже, потому что если был бы острый, можно было бы прокорябать до самого пластика. В избежание этого я немножко как бы тут поднадломил этот кончик острый и нормально наносил эти царапины. Старайтесь наносить в тех местах, где они могли бы появиться на боевой технике. Смотрите фотографии, изучайте материалы. Я вот, допустим, пользовался каталогом по африканскому корпусу, как вы уже многие знаете и видели его. Есть обзор, кстати, журналов этих у меня на канале. В правом верхнем углу будет ссылка на это видео. Кому будет интересно, посмотрим. Так что как-то так в моем исполнении это все выглядит. Пока. Проблему с потертостями я все-таки решил. Поддержи канал Герубирс 13. Поставь лайк и подпишись. Добавил царапины. На ящики подвесные. Ну, в принципе, смотрится довольно реалистично. Мне понравилось. Результат, в принципе, довольно неплохой. Царапины сымитировал, в принципе. Нормально получились. Ну, в комментах, конечно, напишите. Ну, так бочки кинул, подушатал тоже, потертостей добавил. Первичное ушатывание, так сказать, все. Все прошло уже. Царапин много не добавлял, так справа, слева добавил немножко тоже, чтобы не переусердствовать. Здесь, как вы видите, царапины тоже. Здесь, на ящиках. Ну, может, где-то цеплялся, он ехал там. Терся где-то ветки. Растительность. Кустарники вот это все обдирает. Нанесенную из пульверизатора краску, получается, наносили же пульвиком. Она, в принципе, быстро ушатывалась.
Ну а на сегодня, комрады, все. Следующее видео будет уже точечная покраска кистью. Будем красить колеса, шансовый инструмент, мотоцикл, бочки. Пушку докрасим уже, чтобы установить ее уже на штатное место и не трогать. Наверное, еще одну фигурку. Ну, в принципе, это уже я забегаю вперед. Просто хотел сказать, что хотел установить уже пушку. Но чтобы установить ее уже намертво и приклеить правое крыло переднее, а также и глушители, нужно туда и фигурку будет втиснуть. Поэтому пока будет все в разобранном виде, в полуразобранном виде. После фигурки все, уже все приклеим намертво. Ну что ж, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Есть такой у вас шанс прямо сейчас, чтобы увидеть, что у нас получится с диорамой в поисках воды. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. До скорого! Много классных моделей и дельных вещей ждет вас здесь, комрады. Русский масштаб создан моделистом для моделистов.